На канале ТНТ в первые дни сентября стартует 17-й сезон популярного проекта «Битва экстрасенсов». Это шоу отличается своей непредсказуемостью. Кроме этого, оно наполнено мистикой, что и привлекает внимание телезрителей. Продюсеры еще до начала 17-го сезона сообщили поклонникам о том, что сезон будет необычным и их ждет немало удивительного. Постоянный эксперт этого проекта Сергей Сафронов заявил, что он не ожидал, что в 17-м сезоне появятся такие сильные экстрасенсы. На вопрос, вернутся ли Пахом и Мэрилин Киро, зрители смогут уже скоро получить ответ. Так что не пропустите битву экстрасенсов 3 сентября на ТНТ в 20:00. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и получайте ежедневную порцию интересных новостей и фактов со всего мира. Всем пока!